Это Швили Фэмили. Сегодня у нас праздник Пурим, и можно увидеть абсолютно разные костюмы. Я сегодня нарядилась в жасмин. У нас каждый в семье выбрал своего героя. Майкл Флэш, Лео Ниндзя, Мишель Динозавр. Поэтому у нас нет такого группового семейного костюма, но есть семьи, которые готовятся к этому празднику основательно. И у каждого в семье своя роль. Вот здесь мы нашли людей, которые нарядились в сказку Буратино, то есть там есть и Буратино, и Пьеро, и Мальвина, и даже маленький Артемон, которому всего лишь месяц. Вот так проходит праздник Пурим в Израиле от мала до велика. Как вас зовут? Меня зовут Николай, жену зовут Юлия, дочь Дженнифер, дочь Дженнифер и сын Кевин. Подготовились, прям я смотрю, сказка Буратино. Капитально, золотой ключик, да. Долго готовились? Да нет. Вот, владелец всех этих мощей, всех, кто готовил это все. Не, недолго. Как идея пришла? Вы всегда... Костюм, мы каждый год делаем, да, костюм Мальвины был готов, так мы уже вокруг все обделали. Понятно. Где-то вы уже, вам подходили люди, узнавали сказку? Мы только вышли пока. Класс. Я желаю вам хорошего настроения и веселого праздника. И вам. Спасибо.
вот Лео показывает, что не просто так, он в костюме нинджи. Привет! Так проходит Пурим в Израиле. 2 года не проводились у нас никакие массовые гуляния из-за коронавирусной ситуации. В этом году первый год, когда израильтяне вот после такой остановки смогли наконец-то нарядиться, выйти на улицы. И сейчас это будет продолжаться несколько дней, потому что сегодня четверг, завтра пятница, поэтому завтра будет море вечеринок, конечно же, сосредоточено в Тель-Авиве, куда уже пойдут родители, а не дети. Ну а сегодня... Это семейные праздники, все гуляют. Лео, любишь Пурим? Сегодня тут зуб. Ого, да, у Лео, кстати, во время праздника упал сегодня зуб. Показывал свою беззубую улыбку. Так что скоро вырастет еще зуб. Ну а вы? Кем на следующий год будешь наряжаться? Каждый год мы начинаем думать о Пуриме где-то в декабре месяце, ну, точнее, Лео, чтобы мы успели заказать с Алиэкспресс костюмы, да. Я хочу надеть пушинец, что меня как будто несет. Да, есть, такое, есть такие костюмы, которые поддуваются... они надуваются как бы и выглядят как огромные... динозавры, пришельцы и так далее. И еще картофель у нас надулась. В общем, костюмов на самом деле с каждым годом становится все больше и больше. Есть, конечно, тематика, которая из года в год. Это супергерои у мальчиков, это Эльзы и единороги у девочек. Что еще? А, сейчас, кстати, у девочек постарше пользуется популярностью Харли Квинн. Очень многие наряжаются именно в этот костюм. Да, у нас в школе было Харли. А вот это у нас Флэш. Сердечко. Майкл Флэш и Мишель Динозавр. Мы в самом центре города. Находимся около мэрии Ришон-Лециона. По всем городам, как я уже сказала, сосредоточены празднования. Ну вот так, отметили на сегодня. Будут еще проходить концерты во всех дворах. У нас, кстати, сегодня около дома тоже будет концерт. Поэтому можно в 4 часа вечера. Поэтому... Я туда пойду. Хорошо. Можно костюмы менять каждые полдня и подбирать под тематику вечеринки. Еще хочу добавить немного про праздник Пурим. Праздник Пурим – это праздник, в который не просто желательно, а нужно напиться так, чтобы не отличить Амана от Мордехая, а точнее добро от зла. Но все-таки в этой истории, в истории Пурима, добро побеждает зло. Всем этого нам и желаю. Кстати, идем мы сейчас от нашей мэрии Ришон-Лициона и оказались в историческом дворике, который я не снимала. Здесь находится винодельня, которая была построена по распоряжению барона Ротшильда, известная винодельня Кармель. Историческое, кстати, здание, которое было построено в начале 20 века. Именно здесь производилось вино. Сейчас это уже превратилось в музей. Видите, здания до сих пор сохраняются, их нельзя разрушать. Это нужно хранить как историческую традицию. И вот везде написано, что здание находится под охраной исторической. Сейчас вот вам покажу. Я думаю, те знатоки, которые знают израильское вино, узнают этот логотип. Смотрите, вот он. Логотип, который находится у нас на винах Израиля. Поэтому вот еще с Пуримом вам показали такую небольшую историю. Если вам, кстати, интересно, то постараюсь сюда приехать и снять отдельный сюжет про эту винодельню, потому что на самом деле место историческое.
Видите, нашла даже вот такой вот антураж, который подходит под мой костюм Жасмин. Ну, надеюсь, подняла вам немного настроение сегодняшним видео, сегодняшним Пуримом, сегодняшним праздником, который, как я уже сказала, где добро всегда побеждает зло. Не забывайте подписываться на наш канал, на наш телеграм, на наш инстаграм. Швили Фэмили для вас. Встретимся. Пока-пока.